он ответь раз всегда бежал типа в печеньку через всю комнату. Да, ну. Шутите что ли? Типа третья перезарядка была у него на дальнем. И бегали всегда и туда бегали, что-то обратно бегали. Понимаешь, он должен бежать на перезарядку к ближайшему. Как он называется? Хуйне. Да вообще похуй. То же самое, если мы его держать будем ухода, то же самое, как и было раньше. Ты понимаешь, пока танк бежит, его захуярит пушка. Чек на пол. Присани, как будешь, готов штурм. Ядро следи. Там можно падать. Я понимаю, почему умер Гибл, а не понимаю, почему умер Лихилы. Усилки смотрят. Уничтожение успешно завершено. 200, я, блядь, ну я не знаю, побольше. Бабл просто сопрот у меня было. Чужеродная форма жизни деактивирована. Ребят, мне показалось, сейчас тоже был типа два или три взрыва подряд. Нет, нет, я взорвал только на 6-й секунде дебафа. Это кликнул. Тогда непонятно, почему. Время в натуре. Так, а смысл, да, Николай, в этом проблема. Сейчас лужа немножко пофиксили у шамана. Она не работает как раньше. Типа она не поднимает сама весь рейд. Она поднимает 6 человек, потом еще 6. Конкретно людей, у которых меньше количество КП. Почему умерли, не знаю. Очень странно на самом деле, может обзор бы не был. Сейчас фулбаф все сделаем, посмотрим.
Розария и Торт закинули по 200 усилков, как я говорил. Да. Да у них типа, смотря, одинаковое количество ХП. Почти, да, вижу много. Понятно, что... Нет, ну да. По 200, 100%. У Торта сколько же ХП, сколько у меня. Больше. У меня 210 пауков кинуто. Чек на пол. Даркис. Хаски. Типа смотрю по смертям у прикала. Типа там за полсекунды 42% чародейским знаком просто убил. Если мне правильно рекаунт показывает. Ну, знак это не взрыв. Ну, 42% за полсекунды. Нормально, у меня прожимок для себя. Одна прожимка на 2 кп. Еще бы следующий пережил под полтосиком. Таргет с Андрей скиньте. Встать можешь, Дарт? Да, могу. Но я подогнел, походу. Энджи, поднимай блокиера. Еще два стака под поражениями. Блэк, давай интенсивный там огрыл, ребята. Очень часто. Нормально под поражениями. Долго забирали. Ну, энковато.
Ладно, где БРК? Ладно. Сколько стаков переживешь, когда тебя каплю дать? Только предупреди за кат, а не во время катка. Валить отсюда. База, стой, что стоим? Уже блин, сколько прошло времени? 20 секунд. Под следующий даю. Сам бы по мне разорил. Я отдал тебе. Падаем. Вы на полами не можете, да, корректироваться? Там не скорректируется, там огромное количество огрудничных скорректируется. Так, послали у нас Вага, Кават и Розария, правильно? Как обычно. Сальвы на ДД никто не отдает, да, я так понял? Нет, лучше будет делать так, что типа мы с Каватом по танкам разбрасываем. Розария, она у тебя вкачанная, нет? Конечно. Твою лучше для ДДшек оставлять. А есть какая-нибудь фласка на понижение агро? Метасокет есть. А, метасокет и плащик. Ой, чарка на плащик, да? Там Блэк-то не сильно пробивает, он нормально держится. Ну, судя по тому, что его убили. Сдох, а на каких стаках я не заметил. Там, блин, чисто пиздец. Моих судов хватает на 8-9 стаков. Дальше надо, чтобы с меня кто-то забирал или другие сейвы по мне. Не, именно я просто выживаю. Под, получается, первые 4 я так проживаю. 5-6 попадает Клык, 7-8 попадает Толтос. Ну, 9 уже ваншот или ренок. Потому что тут риска вообще ноль. Тут прожимка как раз на 2 коста действует, если отдать под конец коста. В этом прикол. И джипс этим можно. Оставил джипс. А что там это? Нужно на плащу, например, кереги. Ну ладно, под 9 касс я могу еще отдать 4-5-5, типа священную клятву, которая на 20% снижит урон. Ну, это потому. Все 3 рестор шамана сейчас в Т5, да, или нет? Я вот что думаю, может Кирску дамажит, а ты девку похилишь? Можно и тогда. Давай попробуем. Пожужину нужно будет поменять. Давайте, да, поменяйтесь.
похилишь, а Кирску дамажит. Ну и вон там подарки, типа, одну сами получит. Не хватает один. Не выдумывайте, сальвы с надышкой не раздавать. Их не хватает, двое. Ну не хватает, блядь. Лучше на танках, вот, чтобы танк. Есть одна, да? Ей не хватает. Три сальвы. У Розарии прокачанная сальва. Соответственно, можно одного ДДшку сразу очень быстро опустить по триту. Ну вот Розарию пусто опускаем. Мы с Коватом по танкам будем раскидывать. Разберемся как-нибудь. Критично, что танк умирает. Надо анонсить, когда бы 4 стака, чтоб отдавали сальву, раз с него не забрали по 5 стак. Сманил ли Айзека, нет? Айзек дальше не будет. Только... Можно что по мане, выживешь. Только там танкам надо будет эту сальву с себя скидывать. Ауру, иначе потом они колебаются, набирают агро. Амоса. Лорс, там талант. Две сальвы танков более чем достаточно, если все вовремя говорить. Арчи на пул. Это мой линк 0 из 2. Рыба была. Да, рыба стояла. У тебя нету? Нет. Тыкните рыбешку кто-нибудь. Спасибо. Еще раз на пол. Знаешь, когда на нем будет 4 стака? Поймал. Дарки скин. Варлоки, вы сильно лужковато. Идите за трупом.
И здесь тоже за третьим сидим. На блэка напуливать. На блэк-киллера. Блэк набираю, у меня 8 стаков. Розария подарок все для сорвы. Бежим прямо на сферу, осторожнее. Кир, встать можешь? Мосы поднимай бабло. Девка поднимай дарку. Поехали. Энджи, та последняя. Последняя будет в ромбике. Нет туда. Есть, накину. Уже. Дайте карту, пожалуйста. Тут чего? А, да. Лайк-киллер, хотя я две пальбы ушел. Стоп мне. Локи тоже повнимательнее. Перед так отрезовой. Жунаэн, стоп мне. Не, у меня еще полков есть на 20 так. И еще есть. Паза, ко входу на народ. Еще ближе, еще ближе. РДД может в миле зоны стать, чтобы больше выйти. Каплю отдам.
Скажешь, когда на нем будет 4 стака, под 5 я отдам каплю по нему. Если не успею забрать к этому моменту. Блокили, не бей. Просто пока стой. Да, стопните. Не спеши, Войт, у меня есть клык и полтос. С четвертого стака начну их прожимать. Еще три прожим. Три катка. Да? Поднимай Неликса на народ. Следующий тоже переждал. Для... Нет. Маме я Сакру есть, отдам будет. Скажешь, когда. Есть. Да, объявите, когда гимн нормально. Отдам. У меня тоже становится. Через 13 секунд смогу забрать. Блэккиллер, стопли, не бей. Блэк, скажешь, когда 4 коста дам каплю. Это было четвертый, да, так? Бэйр у кого есть? Энджин, на пульт? Да. Я сальву по нему отдал. Не, не отдал. На 25%. Надо бить. Напуливайте сковато. У меня откатились все. 27-20. Я отдаю по монарам. Подпили. Если разгар я так отбавлю. Не надо. Следующий. РД, чтобы подвинуть немного. Бладласт. Четыре стака. Пять. Сразу кидайте сальво по мне. Ну, по-моему, куча стоит, нет? Ну, да, стоит. Нет, не стоит. Дальше тоже пережил. Капли есть. Забрал. Скажешь. Монорот от пульта. Капля есть.
Ты отдам первую, помойся. Давай, помочь. Блять, отдал я, а вот после. Не, не отдал. Ну да есть. Красиво. Давай, снизим. Отдал. Ага, я видел. Что это было? У них по 40, по 30% маны было. Я сразу глянул. Подохли. Смотрите очень внимательно, хилы, все 6 хилов. Как только свищается танк, ну, на кого горят на пул, и как он свищается там, блять, надо всю хуйню отдать, надо все ходки на него, чтобы уже висели. Там у Монорота 60% был, он свищнулся и пизда нахуй. Захуярил. Будет, анонсите мне зубы, окей? Да, да. Зубы там это уже экстренно. Ну, они достаточно быстро откатываются. Несколько зубов могу забойдать. А сколько у них КД? 3 минуты, по-моему. 2-4. А висят сколько по времени? Семь секунд висят зубы. А, 8 секунд. Ну, у меня 7 пишет. Маловато. То есть можно их заранее до коста кидать. Да, что тебе не нравится? Да. Сиди молчи, блядь, дальше. Что, без понятия, уже встал кто-то. Хочешь что-то сказать? Давай, Ирель. Не будешь ни кричать, ничего делать. Нравится, как кто-то говорит? Давай мут. Или пускай Ирелиш, ты. Если такой умный. Привычка такая, кричать какие-то сильно. Вопросы еще есть? Да, есть. А что меня под каплей убило? Ну, 20%, не знаю. Не должно, по идее. Так я на тебя каплю накинул, уже за секунду под каст я сдох. Может, взрыв сверки был? А я уже стал как посмотреть. Баф на пучек. Маны нет. Thank you.
чек на пул. Девка, ты с нами, нет? Да, я поссать хотел. Я, ну, ты сок березовый сливал. Блэк, кстати, не набирай игрок. Не надо набирать. Если второй танк поиграл, стопай себе. Все равно лишняя автоматика. Я ему сакру отдам сейчас. Дорос, Даркер, сам тейкинг. Просто поведем к звезде. Дам сакру Блэку. Пока не надо. Давай.
Беги, эти звездочки. Не спешил, у меня все каждый будет. Только второй стороны. Холод. Три прожимки. Штормой, наверное. Ой, забрал. Да я-то это. Энджи поднимай же, наверное. Да? Одно? Ну, народ только. Я через секунду так отмечу. Ага. Стремно копье давать, но она есть. Стак, можешь? Да, встал. Понятно. Босса, да? Да. Женоин, поднимешь Дарта. Да. Пока не надо, пока не надо. Отдал. Можно баф, пожалуйста? Да, он меня. Откат. Отдал. Монара сдохнет. Осы, девку. Байков нет. Сальву по блэку дайте. По блэку сальву. Нету. Казаря. Нету. Есть киннер и все, вот так. Блять, не бей, стопни. Это очень стопно. Кого-то. Я
15 секунд. Сфера в рейтинг. К танку упал, можно падать. Мы не бьем там живые. Нет, нет. А чего вы отпустили там чего? Он уже умер. Который со мной хлопал сферы. Всем привет. Домой до минут через 7 буду. Там без меня справитесь, нет? Пока бьем. Придешь, скажешь. Не, если что, я могу хоть пообедать, поужинать, блять, как заебался сильно, как собака. Сопрот обновить, не забудьте. С нескольким людям надо отойти, так что 3 минуты перекур. Чек на АФК. Нету. Здесь Долорес ходить.
босса на себе. Я так понимаю, ты сбивал его пару раз? Или как быстро типа минут пролетало? Делорус, ты заходишь? Значит, просто минуту так прилетало быстро. Мне прям действительно казалось, как будто бы кто-то сбивал. Ну ясен хуй, типа ты посмотри максималку своего дара зеры, максималку моего дара зеры. То есть я по факту там через себя почти даже и не хилю. Я пытаюсь, да, типа, в основном на танке я 7 жизней кидаю и все. Ну и так рейд поход. Чек на пул. Ну я пытаюсь подрыв тоже типа ПП кидать, но в приоритете все равно на танк. Дайте еще рыбу. Типа если там тяжкий удар, да, смещается взрывом рейда, я там лучше дам ПП. Ну, по себе и рейд пошли. Рейд есть кому поднимать. Чё раз чек на пул. Друбав. Всё. Но я ему 7 жизней кидаю. Вот. Блэкфиллер по танкам истерии. И это не шутка. Лучше Айзеку у него. А пул лучше. Еще раз на пул чек. Да, убить было босса хотя бы. Вот эту хуйню лови от ромбика. Четыре капуши. Нормально, сейчас вот это не по блэку отдам капу. Народ отдам. Полорус даркет там тейк.
Монарот на Гавайи на тебя сагло было. Кого-то на пульте. Блэка у него вроде коротки. Да. Стопайте, не бейте, потому что все там впереди. Жена инвойда. Лапы дайте. Квайт, стопай, не бей вообще. Блоки все скинь. Где? Отдаем. Давай огром. Еще снижу. Нет, нет. Не ставлю. Облаки там сакру. Падал. Сколько у него? Капля отдам.
каплями отдал еще и. Да. Лайф стоп мне. Сейчас на блэке был. Отдал блэку. Не надо. Ой, 8 саков живу спокойно. Жена, стопни. Нормально, если 4 сака переживу. Еще и контакт. Монарод стоп недалеко убежал. Вот сейчас можно использовать. Каплю отдам Монарод. Давай. Даю прожимки раньше. Вэр, есть у кого? Ревно так. Два стака переживал, полтора. Мосс, две дрю поднимай. Я поднимаю. Мосс ему народа. Маны нет, дайте маны просто. Народ за сферами следи. Меня убило. Отдаю капу. Я умер. И накинул. Владла, подбейте. Приколок лежит. Thank you.
Полтов, полтов есть, отдал. Два сорта пережил. Показали, а капли попали, нет? Или 50%? Прожим ответ. Упал. Пробуйте, не знаю. Попал. Рыбу возьмите. Давай, бибим. Тучки, тунички, 7 лямов. Принятие альтернативы успешно завершено. Бибочки. Чё хилы упали? Сразу 3 штуки, 4. А потому что в луже вы стоите. Да, кстати, лужа если долетает, кто там центральная вот эта. Она тикает, вы не, дебаф не видите, я написал вперед, пробежали. А так бы и стояли, бы и стояли. Хорошо, а почему лужа дошла до нас? Лужа дошла, потому что танк ее словил прямо возле вас. После сферки на второй фазе появляется лужа. Значит, встанем по-другому. Возле самого входа, блядь. Чтоб видеть, боком встанем. Понял, да, Коват, как? Чтобы, да, чтобы мы ближе были ко входу, и чтобы эти ебучие лужи мы видели. До рейда не допускайте лужи метров 15-20 хотя бы, чтобы они не дамажили рейд.